вчерашнего боя с Абдулкеримом Адиловым. Виктор, какая была установка на бой и довольны ли вы? Выполнили ли вы эту установку? Установка была встречать встречными ударами. В принципе, выполнил, раз выиграл. У вас хороший партер, почему не работали в партере, мало добавились? Не знаю, просто вес много согнал, тяжело. А ваш соперник будущий, вы знаете? Пока не знаю. Спасибо.